Не часто, но встречаются комментарии о том, что я издеваюсь над лошадьми, и в целом это не их природа. Конечно, сидеть в телефончике — это чисто природой заложено. Ну ладно, сейчас не об этом. Конечно, отчасти я могу согласиться с людьми. Действительно, природой лошадьми не заложено выполнять какие-то трюки для человека. Однако, вы давно видели диких лошадей, бегающих по дороге? Конечно, такие лошади все еще есть, но их весьма мало, а мы говорим о лошадях, которые живут дома с человеком бок о бок. Дикие животные в целом не знают, кто такой человек. Это очередной возможный хищник, который может их сожрать. Вывод: гоним на утек, пока кто-нибудь не поймал. Домашняя же лошадь другая. Опять же, я сейчас говорю про своих лошадей, у которых соблюдены условия их содержания, где они максимально приближены к естественной среде. Но чтобы вы понимали, я своим лошадям во время вьюги показывала, как и где им прятаться надо. Без меня они стояли в углу и принимали весь удар стихии на себя. Кто подписан на мой инстаграм, скорее всего, видели это видео у нас в сторе. Боюсь, такими инстинктами они быстро лишили бы себя какой-нибудь части тела. Мои лошади знают, кто такой человек, на себе испробовали, как с человеком может быть весело и интересно. Кобыла Тами, например, не дает мне прохода, чтобы я с ней позанималась. Ей приносит удовольствие занятия со мной. И это я не романтизирую отношения с лошадью, а действительно вижу, что она не успокаивается, пока я с ней не позанимаюсь. В закрытый клуб Коников Horse Club я снимаю видео-туториал о том, как я занимаюсь с лошадьми так, чтобы они потом сами бежали ко мне и просили новые занятия. Вступай в клуб по ссылке в шапке профиля. Если вы все еще считаете, что я над ними издеваюсь, то как вы объясните то, что они бегут ко мне за мной и выполняют любые просьбы на огромном поле в несколько гектаров, где у них есть возможность убежать от меня далеко-далеко, и чтобы я отстала? Пожалуйста, будьте разумными, и если вы хотите узнать еще больше о лошадях, подписывайся на наш инстаграм.